Так, всем большой привет огромный. У меня сегодня опять видео начнется с темы коронавируса. Честно, меня эта тема уже достала. Я не могу вообще больше слышать уже этих новостей. Я уже, честно говоря, не боюсь заразиться и смирилась с мыслью о том, что большинство людей вообще в мире все-таки переболеют этим вирусом. Остается надеяться просто на свой иммунитет и радоваться, в общем-то, каждому дню. Так, но сегодня мне мой муж прислал сообщение о том, что если у меня есть время, съезди, пожалуйста, в Лидл, закупи еще побольше консервов, потому что в Германии и в Греции полки пустеют. Я не знаю, наверное, это связано с тем, что число заболевших растет, закрываются какие-то офисы, может быть, школы. Одним словом, для меня это огромный показатель, потому что мой муж, человек, который, в принципе, не поддается панике и какому-то влиянию. И он смеялся надо мной, крутил у виска, зачем я вообще что-то покупаю, закупаю, что все это я накрутилась. Но я уже говорила об этом 100 раз. И тут он мне это написал. Для меня это огромный показатель. Даже если он мне это написал, значит, действительно, нужно еще наверх. И плюс, очень важная школа завтрашнего дня. Очень важная школа. Очень важная новость завтрашнего дня. Школа в Ирландии, по крайней мере, наша школа, закрывается на карантин до 29 марта, то есть на 2 недели. А дальше, по-моему, у них должны быть запланированные каникулы в школе, поэтому, возможно, месяц мы в школу ходить не будем. Так, ну что, кажется, шутки кончились. Ирландцев охватила паника. Я сейчас приехала в продуктовый магазин, который, знаете, такой... спирт. Который, знаете, такой, ну, наверное, самый дорогой, ну, один из самых дорогих продуктовых магазинов в Ирландии. Народу больше, чем в Рождество. Вы не представляете просто, что там творится. Я нашла этот дезинфицирующий спрей и пошла на кассу, которая обслуживает такие единичные покупки, небольшие тележки, а маленькие корзиночки, да? И там я более-менее быстро прошла. Ну, как более-менее быстро? Ну, минут 10-15 я постояла, разговорилась там с дедулькой, с одним, с местным, с ирландцем. Он тоже говорит, я такого в Рождество даже не видел. Люди просто сходят с ума, скупают все. Поэтому я, чтобы с корзиной не стоять на большие кассы, взяла только вот этот детол. И побежала, сейчас поеду в другой магазин, в котором, я надеюсь, будет меньше народу, потому что я просто не успею стоять столько в очереди. Мне быстрее съездить в другой магазин, чем там очередь стоять. Ну что, я выезжаю из Лидла, вот такая вот пробка на выезд. На моей памяти такой пробки не было никогда. Постесняться внутри я... постесняться... Снимать внутри я постеснялась, во-первых. Во-вторых, у меня очень ограниченное время, я уже, мне кажется, опаздываю за Ваней. Народу полно, пустые полки, в тележке полные. У меня такой полной телеги не было вообще никогда. Короче, к чему готовиться, даже не представляю. Я сейчас не утрирую, а вот прям, ну, серьезно. Ситуация такая, как будто конец света наступает. Я только что поговорила с Олей, которая вот... У меня есть видео, с которой мы гуляли. Мама Ваниной одноклассница. Она приехала сейчас в Теско, в другой магазин. Секунду. Вот, она приехала в Теско, в другой магазин, не в который я. Так вот, представляете, вообще можете себе это представить? Он закрыт. Ну как закрыт? Он не совсем закрыт. Там покупателей пускают каждые 20 минут. То есть вы приходите к магазину, стоите, ждете, когда двери откроются, чтобы зайти в магазин. На самом деле я сейчас смеюсь, но... Я не знаю, все просто с ума посходили. Хотя мы тоже посходили, я же такая же поехала в магазин. В Ирландии на сегодняшний день
30 с чем-то, что ли, в республике, в Ирландии, а всего на острове около 50. И при этом я вчера прочитала новости, что одна женщина умерла в Ирландии уже, в нашей республике. Вот так вот. Кажется, у нас наступает конец света. У нас град. Еле добежали до машины, блин. Вау! Вы слышите этот звук? Динки. Фух, блин. Так, ну из-за морозок я купила не так много, потому что морозилка маленькая. Это куриное филе, большой пакет картошки фри, мы ее запекаем. Две упаковки свиных вот таких грудинок. Боже мой, как сказать, говядина на гуляш. Вот такие вот сосисочки, по-моему, две по две. Сыра, три упаковки. Штуки 4 ветчины, еще одна свинина. Вот такие колбаски для запекания. Куриные крылышки, две пачки. Натертый сыр, уже готовые крылышки. Филадельфия, Ваньку йогурт. Молоко. Потом здесь у нас кукурузные палочки. Кстати, это либо польские, либо прибалтийские. Совершенно не сладкие, они даже больше солоноватые. Читос. Гречка. Рис. Квашеные огурцы. Это я люблю. А мне... Дальше, квас. Вот этот, кстати, квас очень вкусный. Похож прям наш квас из детства. Вот такой я купила хлебушек, обычный серый, на сухарики. Я сделаю в духовочке. Отойди ж ты отсюда. Ну, невозможно. Вот с ней ничего невозможно сделать. Уйди. Нельзя. Дальше соль у нас заканчивается. Вовремя вспомнила. Если без соли оказаться, то это ж вообще... Пипец. Две вот таких штучки козинаков из семечек. Это мне. Упаковку соды в польском магазине нашла. Вот такое вот безалкогольное пиво польское, очень вкусное. И пряники клюквенные. Они, я так быстренько прочитала, по-моему, тоже постные. Можно в пост. Кэрри, что ты делаешь? Вот пакет с картошкой грызет. Ну что за собака-то? Господи, боже мой. Круассаны Ванек себе взял. Потом, смотрите, я нашла прикольную какую-то тушенку. Ой. Тушенку в польском магазине. Это свиная тушенка. Тут 91% мяса. Конечно, там полно и всего остального, но 91% мяса, по-моему, неплохо. А гляньте, как называется, месиво. Сейчас, Ванюш, секундочку. Называется месиво. Может, это вообще не тушенка? Или нет, вроде тушенка. Так, вот таких две я купила. Это Вове. На случай конкретного голода. Вот. Еще одно пиво. Потом себе я купила вот такие очень вкусные, я распробовала грибы. Они там с морковкой и с луком, знаете, как интересно, в томатном каком-то соусе. Они соленые или маринованные, но вот еще в каком-то томатном соусе с овощами. Очень вкусно. Таких две баночки я взяла. Это Ванек себе взял какое-то банановое молоко. Вот такие вот крендели мы любим, солененькие прецели. Маленький уксус. И любимая Ванина еда, вареная колбаска. Мы взяли таких две, одну он уже распотрошил. Так, это вот то, что я смогла допереть из машины, то, что в холодильнике будет лежать. Все остальное у меня в багажнике, багажник забит просто под завязку, при том, что у меня багажник большой. Открываем. Блин, готов? Плохо видно.
Ой! Там в глубине соки, воды, ничего не видно. Здесь продукты. Я думаю, может, соки вообще не переть, Володь? Вот. Вот так видно, да? Вот, и в салоне сейчас еще есть пакет. А, блин, я его сама не достану, пусть волос встает. Короче, такие вот дела. Все, сейчас занесем и будем готовить кладовку. И вот такая у нас есть кладовка. Тут нет света. Фух. Бежала по лестницам, запыхалась аж. В общем, вот у меня есть свободная полка. Ой, свободная полка. И вот у меня есть еще место. Это все нужно мне для того, чтобы складывать продукты. Единственное, что в этой кладовке очень тепло. Вообще она предусмотрена, мне кажется, больше как сушильная комната. Белье здесь сушить, потому что здесь, оказывается, вон батарея. Слушайте, а если ее перекрыть? Может, ее перекрыть? Вот. И вот эти вот какие-то мелкие всякие трубочки, это тоже теплое. Смотрите, в итоге в этой кладовке я оставила только одну полку. Здесь несъедобная. Бумага, платки, пакеты. В общем, короче, всякое такое. Здесь продукты я что-то решила не оставлять, потому что здесь, ну, очень тепло в этой кладовке. Зато все продукты у нас... Та-да-да-дам! Вот здесь. Да. Здесь всякие снеки, орехи, чипсы, макароны, рис, крупы, в общем... Кстати, надо бы макароны было вместе сложить. Ну ладно. Соки, помидоры. Ну, в общем, все, что нужно. Кэрин корм, две штучки. В этой комнате у нас никто не живет. Сейчас я вам покажу. В этой комнате до сих пор у нас хранится елка, которую нужно брать на чердак. Но мы пока этого не можем сделать. Здесь стоят Вовины такие брусья. Он отжимается. Это... А что? А, это коробка от елки, которая, кстати, не знаю, зачем хранится. Мы ее сюда не смогли засунуть. Ее, наверное, просто надо выкинуть. Это... Вообще в этой комнате есть только шкаф. Должен быть. И диван. Это гостевая комната. Когда к нам приезжают гости, здесь размещаются. Комната маленькая. Не знаю, сколько здесь. Но метров, наверное, 8-9. Вот. И мы решили из нее сделать пока склад. Ванюш, ну я снимаю, ты прям закрыл камеру. Зачем ты делаешь? Иди купайся. Ваня, иди купайся. Я буду там быть видео. Тогда, пожалуйста, рядом со мной можешь? Хорошо. Вань, ты сейчас стукнешь головой, мне будет больно. Вот, в общем, сегодня объявили о закрытии всего. Плюс сегодня еще за один день 27 заразившихся. Паники особо никакой нет. Ну, Вань, ну хватит. Иди, пожалуйста, купайся. Вань, я не буду тебя укладывать, честно тебе говорю, я не буду с тобой сидеть. А еще знаете, что интересно? В Ирландии есть огромный стадион в центре города, называется Крок-парк. Там проходит... Да, что там только не проходит. Короче, большущий стадион. Так вот, владельцы этого стадиона, это какие-то частные лица, они временно отдали стадион для того, чтобы там проводить тесты для тех, у кого, кто тестируется, в общем, на коронавирус. Мой спортзал также прислал мне письмо, что на некоторое время, я не помню до какого числа, но на пару недель, наверное, он закрывается. Короче, вот реально сидеть дома, лопать, пить и спать, и телек смотреть, все, больше ничего не остается. Если будет погода хорошая, то мы будем ездить в парке гулять, я думаю, с вами.
Все, Ванек купается, мы укладываемся спать, так что спокойной ночи. Сегодня целый день я провела по магазинам, ходила, ездила. Устала жутко. Так что спокойной ночи. Всем сладких снов, не болейте. Всего хорошего. Пока-пока.